Всем привет! Добро пожаловать! No, wait, нет, oh my god! Всем привет! Меня зовут Ричард, и добро пожаловать на мой YouTube-канал от Абамни Хухри-Мухри. Сегодня я поеду в Берлин. Я не готовился, собирался, планировал к этой поездке. Какой правильный глагол? Ладно, я только знаю, что Берлин столица Германии. Пойдем со мной. Мне нравится говорить с водителями. Прежде всего, это бесплатный урок русского языка. Иногда они интересны, и некоторые знают, где найти хорошую еду. Варшава дорого город. Not so much. Да? Я не был в Грузии. Я хочу, только я не был там. Там... Тоже дорого или нет? Это нормально? Нет. Грузия еще дешевле, чем Польша. О, я слышал, это, Бутами, да? Бутами? Бутами, вот именно. Бутами это город, возле моря, да? Бутами? Батуми. Батуми, блин, извините. Я слышал, там очень красивый. Постоянно говорят, очень хорошая еда и вина там. Я люблю аэропорт лаунж и всегда стараюсь приходить пораньше, чтобы попробовать различные блюда. That's okay, no, it's very tasty, yummy, yum, 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 yum. Yeah. The shaurma. Shaurma, yeah. Shaurma, the... Adana kebab. Yeah, kebab also. Yeah. Or the, Uber, Junaid, Zach, nice. Uh-huh. Yeah, my name is Junaid. Oh, okay. Yeah, Uber, Junaid, Zach, yeah, mit, Adana grill. Okay. Zach, Junaid, Uber, Adana grill, uh-huh. Ich arbeite. Okay. Grill, Schkalizet, Kreuzberg. Uh-huh. Okay. Ich fahren diese. Okay. Ich go okay. Over here. Uh-huh. Yeah, okay. Ich go. Oh no. It's okay. No, hotel. После того, как мы заселились в свою комнату, мы решили пойти прогуляться. Это Берлинская стена. Я много читал об этом, так что было здорово наконец увидеть это. This is like kind of cool. Честно говоря, я ничего не помню об этих зданиях. Я знаю,
что это имеет какое-то историческое значение. Ну, я идиот. Простите меня, я забыл. Всю прогулку мы решили поесть, поэтому мы поехали на метро в ресторан. В Берлине метро называется «У-Бан». Как все знают, я люблю шаурму, но это ресторан, где подают донер кебаб. Бутерброд был вкусным, мясо было сочным, соус был не слишком крепким, а булочка идеально поджарилась. Иногда рестораны скрывают некачественное мясо под крепким соусом, но не здесь. Было очень вкусно. Я рекомендую это место. И, конечно, в конце ночи мне нужно было что-нибудь здоровый поезд, да? Полезный. Thought like this would be the magic flavor, pepperoni on chips. Get it?